Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Особенно ярко проявляются дни у владельцев этого имени, когда на удачный день приходится либо число 3, либо разница числа 6 и 9. Это 3, 12, 21, 30, 6, 15, 24, 9, 18, 27 – числа каждого месяца. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Носители этого имени, родившиеся под числом 3, гармонируют с теми, кто родился под их собственным числом. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. У обладателей этого имени есть и слабое место – безразличие и пустая трата сил, чрезмерная задумчивость и неуместная ребячесливость. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Чрезмерные гордыни носители имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.